Доброго времени суток, у микрофона Даниил Добро. В этом видео я расскажу о своем смартфоне Doggy S60. Это бронированный смартфон с защитой от воды и грязи. Полноценный IP68. Использую я его 2 года. За это время я его многократно ронял на разной поверхности, с разной высоты. И как видите, смартфон выжил. Но небольшие сколы пластика по краям можно заметить. И стерлась надпись. Во всех щелях скопилась пыль, но это не мешает его использовать. Камера 21 мегапиксель. В целом для 2017-2018 года нормально. Сейчас качество снимков не очень высокое. Также медленная и скрипучая фокусировка. Смартфон шатается на ровной поверхности из-за рельефа на задней крышке. Иногда это раздражает. Не каждые наушники подходят, так как вход утоплен в корпус, как и разъем microUSB. Других конструктивных недостатков я не обнаружил. Из недостатков выделю достаточно большой вес в 285 грамм и большие размеры устройства. Прошивка местами с кривым переводом, экран не лучшего качества, в моей версии заметны даже плохо работающие пиксели, но это приемлемо. И основные плюсы — это 8-ядерный процессор, 6 гигабайтов оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной памяти. Даже в 2020 году этого вполне достаточно. Хотя я не играю в тяжелые видеоигры, подобные смартфоны ориентированы на активный отдых, поэтому аккумулятора может хватить на 2 дня работы при средней нагрузке. На данный момент я не советую брать такой смартфон, лучше выбрать другой бронированный телефон с более новым андроидом, так как тут Android 7 и процессор устарел. На этом я завершаю свой обзор. С бронированным смартфоном ходить вполне нормально, и к его весу я быстро привык. Многие современные смартфоны весят не намного меньше. Подпишитесь на мой канал, оцените мой первый обзор. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.